чемпіон України з бодібілдингу 2019 року у категорії 80 кілограмів. І ми раді вас вітати. Привіт! Привет. Андрій Музика. Всім спорт. Андрій Музика сьогодні розкаже і покаже, як же тренуватися і тренуватися вдало та успішно для того, щоб мати гарний настрій на увесь день. Ну то що, підемо тренуватись? Давай починаємо. Так. З чого почнемо? Присідання тяга. Ну то що, ми тепер прийшли нарешті після довгого сидіння вдома до зали і знаємо, з чого треба починати. Змінаємося і нагрузку дуже легку, щоб ми завтра не проклинали тренера, який вас тренує. Що це за агрегат такий? Гіперекстензія прорабатує верх ягодичних і низ спини. Тобто у нас у всіх проблематична спина, правильно? Тому зажимаємо ножки, руки перед собою. Одна прямая, вдох внизу, выдох вверху. И делаем раз, два, три. Давай, 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 работаем. Я бежу, уже бежу. Так. Так. Аккуратненько, да. Руки перед собой сложи вам. Так. Да, подбородок вперед. Так. Вперед. Так. Так, да. Стоп. Не выгинаемся. Все, поехали. И раз, два. Не торопись. Три. Высоко не поднимаемся. 4 до руки. 5. Выдох. До руки. 6. 7. Делаем 15 раз. 8. 9. Подбородок вперед. 10. Смотрим вперед. 12. 13. 14. Достаточно. Класс. Итак, мы делаем 3-4 подхода по 15 раз. Это такая разминка у нас. И еще есть одна разновидность гиперэкстензии. Маленькая нагрузка на ягодички будет. Зажимаем ноги и одна нога сверху. Делаем. Раз. Два. 10-12 повторений на одну ногу. 10-12 меняем ногу. Вторую делаем. Понятно? Так, зрозуміло. Приступаем. Спробуем зараз. Так. Поехали. Раз. Высоко не поднимаемся. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хватит. Хватит. А трошки відчула, але праву ногу. А теперь другую ногу. Меняем ноги. Делаем тоже 10-11 повторений. Поехали. И работаем корпусом. 2, 3, 4. Не торопимся. 5, 6, 7. Подбородок вперед. 8. Хорошо. 9. Выдох. 10. Достаточно. Класс. У нас была маленькая разминочка. Я предлагаю поработать нажими ногами. Смотри, что ты делаешь? Поднимаешь ноги. Ставишь. Чуть-чуть высоко. Пяточки. Угу. Чуть вместе, носки в сторону, вниз опустила, угу. Выжала. Колени не разгибаем, нагрузка угу. Ничего не шла на колени. И делаем 5 раз медленно, 5 раз быстро и 5 раз медленно. Хорошо? Спробую, спробую. Смотри, давай ножки поднимаем. Да. Для того, чтобы включить заднюю часть бедра, ага. Да, теперь шире. И разверни носочки вот так. Отлично. Теперь мы выжимаем. Так, я стремаюсь. Выжимай, да, выжимай. Раз, давай. 2. Колени. 3. Медленнее. 4. 5. А теперь в том темпе, какой был. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп. И медленно опять. И не разгинаем колени. 3, 4, 5. Давай шире. Так. 1, 3, 4. Отдыхаем. Ух! После подхода походи чуть-чуть. Не забываем пить воду после подходов. Мы воду пьем. Делаешь шаг чуть-чуть в сторону. Не вперед, а чуть-чуть через сторону. Раз. Угу. Остановилась. Угу. Трынь. Спинка ровненькая, поехали. Поехали. Давай, шаг. Раз. Присели. Остановились. И. Работаем.
Идем. Идем. Давай разворачиваемся, идем обратно. Давай. Не торопись. Ты когда торопишься, ты не включаешь все группы мышц. Все, отдыхаем. Я бы рекомендовал еще добить ягодичную мышцу. Добре, добиваємо. Пошли. Ходимо. Мне надо, чтобы ты коленку. Во! Так? Движение начинаешь низом спины, а не ягодицей. Ну, трошки... Давай поменяем ногу. А ну попробуй оттолкнуть кого-то от себя. Да. Вот так. А ну так. Сейчас ты должна ягодицу почувствовать. Так. Да? Отчувается. Отталкивай. И я покажу. Чувствую где-то вот здесь, вот чуть ниже. Ну тут. Але я відчуваю і спину отут. Ну не треба так, да? Да. Тоді так. Отдыхаем. Я тебе цепляю. И берешь раз, два. Добре. Подбородок вперед. Все, поехали. Добре. Беремся. А теперь отталкиваем ногой. Давай, поехали назад. Раз. Два, три, четыре, не торопись, пять, вот, шесть. Смотри, а теперь сделай не вот это, а сделай как маятник. Стой, расслабься, я твоей ногой. Вот так. Ага. А, вот так нормально, до речи. Давай. Так больше чувствуешь? И как я обещал, последним упражнением мы проработаем ягодички. Ягодичный мостик, поехали. Ух. Ложимся на лопатки. Так. На пятки сюда. Держи. Ага. Все, вот теперь тебе. Раз. И на пятках. Во. Два. Три. Четыре. Хорошо. Выдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Вес на пятки. Десять. Пять. Четыре. Три, два, отлично. Отдыхаем. Супер! Почувствовала? Яка класна вправа. Я так думаю, що я завтра все зможу зробити. Сьогодні було таке тренування. Дякую дуже. Я ще пропоную ще два підходи зробити. Оцієї вправи? Да, да. Так. А потім будемо прощатися. Добре, добре, тоді так. Оп, держишся, держи. Я держу отак. Вот, да. Ага. І раз, два. Подвинься корпусом, да, все правильно, три, ниже опускаемся, четыре, пять, вот, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, достаточно. Так. Я предлагаю заканчувати нашу тренировку. Клас. Відчуття справжні. Я відчула усі свої м'язи, особливо оці і оці. Ну, ми на меті більше працювали. На меті більше, але відчулися всі. Тому ви бачили, під яким пильним наглядом сьогодні я була. І я так сподіваюся, що ви також будете брати до рук гантелі, будете йти на різні агрегати, які є у спортивних залах. Тренажери. Виконувати вправи. Андрій, ну велике дякую, справді, відчула справжнього тренера біля себе. Благодарю. Всім спорту.